Скорая помощь, срочно! Да. Третий проектируемый проезд, дом 9, квартира 25. Так, что случилось? У папы приступ стенокардии, и таблетки ему не помогают. Хорошо, ждите. Ага, спасибо, ждем. Ждем. Ну, наконец-то. Наконец-то мы вас дождались. У папы приступ стенокардии. И знаете, одна надежда только на вас, доктор. Вам повезло. Доктор Василий Рамуальдович – отличный специалист. В отношении меня сказано верно. Пятый этаж, без лифта, по много раз в день. Истощение организма, не успеваем восстанавливать силы. А тут еще этот палец прижало входной дверью. У вас там какая-то пружина. Давайте, доктор, я вам помогу. Ой, больно. У моей медсестры тоже заканчиваются жизненные ресурсы. Горячий коньяк с лимоном и чаем быстро вернет ее к жизни. А пока она пусть спит, горемычная. С этой работой не поесть, не поспать. За копейки, без сна, без еды. От большого количества пищи у меня тяжесть бывает в животе. Спасибо. А вы соду или уголек активированный попробуйте? Говорят, помогает. Обследоваться боюсь. Сейчас врачи знаете какие? Ну что, дедуля? Нарушение спортивного режима? Спиртное накануне употребляли? А я молодой человек. Регулярно за обедом принимаю по 50 грамм. Это как лекарство от давления. И, между прочим, помогает. А что употребляете? Верочка! Вера, дочка! Что, пап? А ну-ка налей нашему доктору 50 грамм настоечки. И медсестре моей тоже налейте. У нее тоже давление скачет. У горемычной. Алло, алло, это скорая помощь? Да. Ага. Пожалуйста, пришлите машину по адресу 3-й проектируемый проезд, дом 9, квартира 25. К вам уже выезжали. Ага, выезжали. Только, слава богу, у папы все само прошло. А теперь нам нужна скорая помощь, чтобы забрать вашу скорую помощь. Нашу?